говорить будем про такую всеми любимую тему, как призвание. На самом деле суть призвания и суть вот этого пресловутого своего места, которое мы ищем и обнаруживаем с разных сторон во всех марафонах чудес, ну, наверное, в большей степени так это на уровне головы, это ориентировано в деньги, успех и в марафоне чудес, который будет сейчас, 27 ноября. Но, как ни странно, это происходит и во всех остальных марафонах тоже, да, потому что на свое место мы его занимаем с очень разных сторон. Если очень сузить призвание так, как оно действительно есть, существует, должно быть, то это один единственный вариант, когда человек призван. Что это имеется здесь в виду? Это событие, да, оно описано очень часто, да, там, во всех мифах, в Библии в том числе. Да, например, архангел Гавриил спустился с благой вестью к Марии и сказал, что она понесет младенца и наречет его Иисус. А вот это конкретное призвание, вот тебе конкретная задача, да, тут как бы выбирать особо сильно не приходится. В некоторых случаях, безусловно, человек от призвания может отказаться, но не всегда, обычно за это получают по башке. Это быть поставленным на службу. С одной стороны, от этого есть определенные бонусы, с другой стороны, да, если эта служба делается хорошо, безусловно, так же, как и в хорошем бизнесе, да, если это хороший руководитель, то когда служба исполняется хорошо, вы получаете свои бонусы, 13-ю зарплату, да, премиальные, растете и так далее. Но при этом это не про отсиживаться на одном и том же месте. Но у призвания есть также ограничения, да, их достаточно много. Первое – это то, что ты не можешь, да, ну как в итальянской мафии, ты не можешь сказать, что я закончил. Это некое служение, да, которое ты постоянно несешь. Плюс здесь есть обязательно история ограничений. Например, это может быть такое физическое ограничение. Ты можешь делать только это, да, и ты обязан делать это, да, ты можешь сказать нет, не просто, да, сменить профессию, да, вот, например, там ты большой-большой доктор, и ты будешь лечить, да, устал ты, не устал ты будешь это делать. Безусловно, есть там человеческие ограничения, но в большей степени там люди призвания, их всегда достаточно видно, в том числе они вызывают там столько восхищения, ну, в том числе потому, что они всего себя полагают на это дело. И это, конечно, не всегда является там каким-то благой историей для их близких. Да, или вообще это не всегда говорит о том, что человек может иметь семью вовсе. Да. Если вы, допустим, балерина, да, и это действительно вас по призванию, то это будет, ну, так, очень простая история, о которой в театре говорят, я служу театру, все, да. Я не про там выйти замуж, да. Я служу театру, если что-то произойдет еще, значит, оно произойдет, но не факт.
Поэтому думать о том, что призвание это обязательно какая-то такая очень клевая история, которая у вас вызывает сплошные какие-то цветуёчки, а нет, вовсе нет. Это потребует, безусловно, огромного напряжения сил. И опять-таки призвание не всегда про деньги, да, потому что вам на головах очень многих людей это как будто связано, что если я нашел призвание, там обязательно будет лежать какая-то энная сумма денег. Отнюдь не всегда так. Вы можете быть врачом по призванию, летчиком по призванию, вы можете быть учителем по призванию, да, так и говорят, учитель от Бога, да, но совершенно не обязательно там будут лежать большие деньги, может да, может нет. Затем есть другая история, да, и эта история, да, ну, ее не иногда называют предназначение, но я, честно говоря, это слово у меня вызывает внутреннее передергивание, потому что я абсолютно и полностью убеждена, что предназначение есть, например, у шкафа. Да, шкаф предназначен и сделан для того, чтобы в нем хранили вещи. И то туда можно запихать, например, не знаю, любовника, да, можно книжки, а можно еще чего-нибудь. Или вот есть предназначение у вилки. У человека этих предназначений целый вагон. И большая такая ошибка думать, что это предназначение только одно. В призвании для меня есть очень много духовного компонента, я бы его ни в коей мере не стала исключать. В предназначении, конечно, если там играть словами, то вы его там тоже обнаружите, но я не очень верю, что все люди здесь как-то родились на Земле с одним единственным предназначением. Вообще нет. И даже если залезть в астрологию, это могут быть какие-то, ну, например, какие-то отдельные аспекты, которые у вас как-то будут акцентированы, но не один единственный, никогда не один единственный. И здесь мы вступаем на совершенно другую историю, да, способен ли я, например, признать, что, может быть, этого предназначения у меня нет, а есть вот такой, ну, миллиард выборов. И здесь как раз-таки и возникает основной такой большой вопрос у людей, основной стопор, тупик. Скажите мне, в чем мое предназначение? С призванием в этом смысле попроще. Объясню почему. Потому что если, ну вот опять-таки вернуться к контексту там мифа, да, или к контексту той же самой Библии, то там эта история будет, ну вот как будто мне пришли и сказали, пришли и взяли на службу, поставили, да, объяснили задачу. Конечно, в контексте отношений, ну, нашей такой обычной повседневной жизни, архангел Гавриил так нам не является, да, естественно, нету. Во-первых, пожалуй, мы не достигли того уровня просветленности и святости. Ну, кому является, обычно это такие клиенты, даже не совсем мои. Или они об этом помалкивают тихо, что как бы неправильно. Так вот, но тем не менее, с призванием, да, там ты как будто уже или сам просишься на службу, уже выбрав, да, какую-то стезю, или там бывает другая история, когда, ну, тебя постепенно туда выводят, да, то есть даже если, извините, пожалуйста, я не нарочно, дорогие друзья, то есть даже если ты, ну, как-то двигаешься в своем каком-то кругу, тем не менее, да, тебя как-то жизнь вот так раз, и она тебя туда каждый раз подводит, ты каждый раз оказываешься у какого-то, ну, как будто у какого-то источника, раз за разом, да, тебе говорят, что ну вот, да. И умение читать эти знаки, оно, конечно, тоже важное, да, а не ждать, что кто-то спустится и скажет тебе прям словами ртом, что нужно делать вот это и вот это. Шансов на это немного. Поэтому основная проблема людей, которые пытаются найти свое предназначение, первое, это мысль, что оно одно. Второе, это мысль, что там обязательно лежат деньги. Ну, тогда уж честно, лучше себе признать, что я хочу денег, а не ищу предназначение. Потому что это часто разные вещи, напоминаю я. Третье.
Там часто есть такая иллюзия, да, что если якобы оно найдено, там обязательно будет легко. И большинство людей в этот момент сдаются и заканчивают. Потому что они думают, боже, здесь появилось препятствие, боже, еще одно, черт побери, так еще и учиться 10 лет. Не, медицина не мое. Да, или, например, я вот отсюда хотела, сюда мечтала, уволили. Вот пришла, взяли вот и уволили. И все. Нет, наверное, мироздание мне говорит, что это не мое. Или, ой, клиентов нет. А клиентов может не быть по 1000 разных причин. Не только потому, что вы не смотрите на профессию, да, в таком метафизическом смысле слова, то, что мы делаем в марафонах, когда выставляем фигуры, да, или ресурсы, и очень часто человек даже не смотрит на то, что, как ему кажется, должно было быть его целью. А там еще и может быть проблема, например, вы денег боитесь, или вы людей боитесь, или вы стесняетесь. И очень даже, может быть, это стало бы вашим призванием, но вы опять разворачиваетесь, потому что у вас есть иллюзия, будто если ты встал на эту стезю, там обязательно как по маслу все поедет, без всякого особого усилия, напряга со своей стороны. А это опять-таки не так. И дальше есть такая мысль, как будто бы, если я об этом узнаю, все мое существо обязательно возрадуется. Здесь есть такой очень важный нюанс и момент. Дело в том, что существо ваше действительно обрадуется, если вы в контакте со своим существом. Если мы посмотрим на психику, да, так как ее раскладывали очень многие господа, большими фамилиями, ну, например, автор психосинтеза господина Саджоули, то там иногда смотришь на людей, едущих в другом ряду, и думаешь, что они как в жизни. Вот он не понимает, ему налево или направо. Он, наверное, по жизни такой же товарищ. Бывает так, что человек просто не в контакте со своим существом. Если мы посмотрим, допустим, на господина Саджоули, который был автором психосинтеза, замечательное направление, отнюдь не новое, но очень многие им прекрасно пользуются до сих пор. Я в том числе большой любитель. У него разложено «я», да, ну вот по, ну вот как если бы это было яйцо, есть некий центр моего существа. Всегда этот центр упомянут во всех религиях, всегда этот центр упомянут и в большинстве разных психологических школ. Ну, это можно назвать таким, допустим, мое здоровое я, мое нетравмированное я, та часть моего внутреннего я, которая будет, ну, вот всегда в порядке, что бы ни происходило снаружи. Да, это то я, да, некий божественный свет, Царство Божие внутри вас, как говорится, куда я могу прикоснуться, да, в любой момент, ну, если умею это делать, да, если нашел этот способ. Ну, что бы там ни происходило снаружи, да, я могу найти этот, обрести этот внутренний покой. Это внутри, это абсолютно внутренний ресурс, да, он не снаружи, ни в коем мере. И вот если вы в контакте с этой своей здоровой частью, то, конечно, эта здоровая часть возрадуется. А если не в контакте, то она нифига не возрадуется, просто потому что вы этого не услышите. Вот такая вот печаль. Что нужно делать? Из чего на самом деле нужно начинать? Начинать и делать нужно с понимания вообще конструкции, где я нахожусь, кто я такой, и что есть на самом деле мои способности. Ну и отсюда возникает вопрос, что есть мои таланты. Опять-таки, в голове людей живет мысль, что если есть таланты, эти таланты обязательно реализуются как-то сразу, легко и волшебно красиво. Нет. А если мы откроем учебник общей психологии, любой, хоть советский, можно Википедию открыть,
вы обязательно там прочтете. Ну, очень разные есть взгляды на природу талантов, там генетическая она или она воспитуемая. Но, в общем, и в целом опыт разных психологических экспериментов, в том числе лонгитюдных, ну, то бишь длинных, показывает, что назвать таланты только генетикой нельзя, иначе бы у нас, ну, как бы, если бы мы брали два талантливых человека, обязательно бы следующий потомок тоже эти таланты воспроизвел, но это не всегда бывает так. А второе, это то, что нельзя назвать талант ни в коем случае результатом одного только воспитания, потому что такие попытки образовательные были, и тем не менее жизнь показывает, что можно сколько угодно выращивать, не знаю, правильными какими-то техниками, и тем не менее не хватает. Да? Плюс тогда появляется простая логическая конструкция, что талант – это некая схема, это некая совокупность непонятно как собирающегося, но идеального пазла. И это будет пазл, состоящий, например, из вашей способности, доведенные однажды до мастерства, и уже только следом, после мастерства, они эти способности будут говорить, да, так и заставлять скорее некую комбинацию, напоминающую слово «одаренность», и затем однажды это перейдет в талант. Другими словами, это процесс во времени. Способность – это что-то, да, некая наша склонность к какой-либо деятельности. То есть мы испытываем эту склонность чего-либо делать. И там у нас не то чтобы сразу хорошо получается, но у нас там есть динамика, важное слово, динамика быстрой научаемости. Когда, например, господин, по-моему, Суриков пришел в художественную академию, насколько я знаю, не процитирую, но ему было сказано, что бездарен и вообще делать ему нечего. И тем не менее он показывал затем феноменально быструю способность научаться. Просто его, тупо говоря, никто не учил никогда, как оно, да, правильно нужно и рисовать, собственно. Или, например, Диснея, да, ему в школе ставили двойки по рисованию и называли бесталанным человеком. Другими словами, если вас никогда не учили даже то, к чему вы способны, оно не реализуется. Отсюда вывод 2. А если вы нифига не понимаете, в чем лежит ваше так называемое предназначение, заниматься надо не тестами и не вопросами, что мне нравится делать больше всего, или что у меня получается лучше всего. Потому что оно может как получаться, так может и нифига еще и не получаться. Не потому, что у вас здесь способностей нет, а потому что не было подходящего, собственно говоря, опыта для этого действия. Вот такая первый важный механизм. А второй будет механизм важный заключаться в том, что здесь нужно быть в принципе очень сильно в контакте с самим собой. По очень простой причине, потому что иначе вы даже не поймете, к чему у вас, собственно, склонности-то есть. А третье, нужно быть очень-очень в контакте с самим собой, потому что иначе вы никогда не рискнете. Да? Можно сколько угодно понимать, что мне это нравится делать, да? И не рискнуть. Да, не рискнуть, потому что недостаток мотивации. Или не рискнуть, потому что очень страшно, а вдруг не получится. Или не рискнуть, потому что страшно остаться, да, ну вот в какой-то момент в такой внутренней пустоте. Ну, допустим, там я, да, ля без денег. Или не рискнуть, потому что мама против. Мама мне сказала, что это вообще какая-то фигня. И заниматься таким, ну, такой ерундой. У нас все медики, у нас парикмахеров в семье нет. Это, блин, вообще не образование, а куда-то пошло. Да, и все, и пропал, видал сосуд. Кто там у нас желчью брызгает? Талантам нужно помогать. Бездарности пробьются сами. Честно? Вот если совсем быть честным, то талант –
это что-то, что случилось вопреки. Да? Потому что если, например, вы возьмете, да, условно список людей, которые были признаны когда-то очень талантливыми, но уж тем более гениями. Ну, гений – это скорее совсем ненормальность. И гений очень часто сопряжен с каким-то психическим, ну, то, что бы мы назвали отклонением, может быть, даже и так. Ну, если вы почитаете, например, дневники Дали, вот вы поймете, что такое гений. Или, например, там, гений может страдать от какой-нибудь зависимости запросто и так далее. А вот если мы посмотрим на таланты, да, то есть это не обязательно еще гениальность всегда, да, это вот, ну, правда, просто какая-то очень высокая уникальность мастерства, то там почти всегда есть судьба вопреки. То есть жизнь всегда была такая, при которой вообще нельзя говорить о том, что там этот ребенок вырос в каких-то тепличных условиях. Вообще нет. Да, почему, собственно, и говорят, что явно это, ну, не про... Ну, не про то, что нужно поместить ребенка в идеальные условия, да, там его как-то вот поискать, что у него там хорошо, все всячески это делать, и тогда обязательно будет талант. Нет. Если посмотреть на их судьбу, она всегда была вопреки. Более того, ну, с точки зрения психологии, здесь есть очень много всего в травме. Ну, как ни странно, очень часто сверхуспех – это результат сверхтравмы. Ну, то есть ты мог проиграть совсем, а мог вот куда-то туда, наверх. Это такой вопрос выбора. Ну и способности, конечно. Поэтому я бы здесь сказала, что талант нужно защищать. Да, и человеку талантливому часто приходится свой талант защищать. Он отнюдь не всегда нравится людям. А если хочется настолько стать настоящим специалистом, что возникает постоянная тревожность? Я не знаю, что вы меряете под словом «настоящий», а вы какой, поддельный? Да, я бы спросила вас, где здесь линейка, да, которую вы, собственно говоря, прикладываете, да, к этой истории. Что создает эту настоящесть, а что ее исключает? Плюс там всегда должны быть тогда фигуры, относительно которых вы меряетесь. И очень часто человек совершает большую ошибку, потому что он, с одной стороны, это правда, надо стремиться к тем, кто выше. Да, вы туда стремитесь, если ты самый умный в комнате, поменяй комнату, да, ты туда растешь. Но если ты постоянно будешь мериться относительно вот этой истории, то ты всегда тогда как будто не настоящий. Да. Очень важно понимать, там, я меряюсь относительно своего возраста, там, количества образования и так далее, относительно обратной связи, относительно общего чувства, я сделал хорошую работу или нет. Вот нужно почистить именно историю этих внутренних комплексов, которые будут мешать, да, и вот только после этого пум-пум-пум-пум-пум это будет постепенно такой накопительный процесс происходить. Если хочу петь и заболевает горло, кто вам запретил петь? Да, о чем хочет сказать горло, а почему это страшно, а что будет, если я буду петь целый год, а что я боюсь сказать, а еще иногда на уровне психосоматики пение – это попытка высказать гнев, то есть такое замещение. Я бы орал, да, но орать мне нельзя, и тогда я увожу это в пение. Ну, так правда бывает, так случается. И тогда можно спросить себя, о чем мне точно нельзя сказать. Сравнивать себя нужно только с собой в прошлом, а не с другими. Смотря для чего. Верно, что нужно присваивать. Да, все то, что я сделал из прошлого, перенося это сюда. Но совершенно точно, да, мы смотрим куда-то вперед, да, чтобы пум-пум-пум-пум-пум, да, чтобы куда я иду, да, на какие ориентиры. Но эти ориентиры не должны меня подрубливать. Да, это вот, ну, всегда здесь всегда баланс, ну, как на весах. Вот что-то здесь и что-то тут. Есть ощущение, что все мои качества будут эффективны в работе психолога, но не верю, что у меня получится. Это не талант. А при чем тут талант?
Вот скажите, есть, а ваши ощущения, у меня ни хера не выйдет. А это называется или синдром самозванца, или это, а вдруг получится и получится хорошо, не дай бог, я такого не выдержу и так далее. А вот с этим утверждением идите в терапию. Уж тем более, если вы хотите работать психологом, первое, что нужно, это пойти в терапию. А вот, собственно, и все, больше ничего делать не надо. А там вы и поймете, хотите вы на самом деле работать психологом, или у вас есть такая иллюзия о том, что это как-то происходит. Очень может быть, вы поймете, что это происходит совсем не так, и вам это не подойдет, да, потому что качества, которые нужны в работе психолога, могут быть нужны очень в разных местах. А может быть, вы поймете, что да, у меня здесь душа горит, и я хочу быть тут, тогда вы останетесь. Дорогая Танечка, не пропускаю все ваши вопросы. Видимо, дело в том, что я просто рулю, да, и когда я рулю, я вообще обычно пропускаю все вопросы, чтобы как-то наблюдать за дорогой. А теперь, когда я его вижу, это не вопрос, а уже ваша обида. Как иллюзию отличить от настоящего? Тестировать. Тестировать, потому что реальность можно тестировать, например, на ощупь, да, вот вы трогаете и чувствуете, настоящий или нет. Иногда нужно тестировать глубже, да, не знаю, бриллиант может быть с виду настоящий, а на самом деле нет. А если это про людей, то, конечно, это только тестировать ВКонтакте, да, обнаруживая, ну вот, но только без предвзятости, я тебе сейчас эта лампочка в глаза посвечу, в порядке ты или нет. А скорее, да, я даю себе разрешение рискнуть, довериться, а дальше посмотреть, что будет. Так вот, возвращаюсь к своему призванию, мы об этом все время и говорим. Так вот, возвращаясь к этому ключевому вопросу, если вы вообще не знаете, где вам работать, конечно, первое, это нужно начать чувствовать себя, чего я хочу вообще на самом деле. И на это может уйти много времени, не месяц, вообще реально нет. Это и про контакт с телом, и про контакт с чувствами, да, и этот контакт может быть очень непростой, да, я научаюсь замечать, у меня раздражение или гнев, у меня радость или эйфория, у меня печаль или прям тоска зеленая и так далее, да, затем вы начинаете ощущать себя в разных точках тела, вы удивитесь, но огромное количество людей реально не могут почувствовать себя, да, если им скажешь, почувствуй себя в мизинце правой ноги, а теперь себя почувствуй на кончике левого уха, у них возникает нет ступор, да, они как будто не знают, да, оно вроде бы мое, а нифига не мое, да, и так далее. Затем начинаются вопросы, чего я хочу, да, чай, кофе, синий, зеленый, мягкий, теплый, желтый, да, сладкий, соленый. Однажды у вас появится очень четкое ощущение. Вы приходите в ресторан, и вам не нужно вот так вот длинно сидеть в меню бесконечно. Нет, вы приходите и вы тыкаете, я хочу вот это. Совершенно точно вы знаете, что вот это. Никакую ни рыбу нет, я хочу мясо. Если у вас нет мяса, я иду в другое место, но если только я не супер голодная, потому что вот точно мое тело хочет мясо. Да? Вот после этого постепенно появляется хорошая модель, от чего я испытываю радость, делая это. Да? Вот. И для начала нужно прикладывать самого себя во все процессы. Потому что люди часто считают, что сначала должна прийти радость, да, как в детстве. Сейчас придет мама с игрушками. А когда мы взрослые, все наоборот. Сначала мы приходим со своей любовью в любое дело, в каждое дело. Да, как это говорят там, моя чашку, мой, пожалуйста, чашку. Чувствуй радость, как ты моешь чашку. Да, принимая душ, чувствуй, как ты принимаешь душ. Да, воспитывая ребенка, присутствуй в этом процессе. Когда ты пишешь рабочее письмо начальнику, побудь весь целиком в этом процессе. И спустя какое-то время вы начнете замечать, какие процессы отвечают вам взаимностью. А дальше можно будет проследить причинно-следственную связь. Какие ваши способности реализуются как будто бы в разных местах. Они будут, правда, реализовываться в разных местах. Естественно, моя способность и желание там, разговаривать с людьми, она реализовывалась в том числе, когда я работала официанткой. Да, это вот
это будет приходить как будто вот, ну, вот в разных местах, да, совершенно точно. Или, может быть, вы там, ну, допустим, вы по призванию, там, по таланту могли бы шить прекрасные платья. У вас будет взгляд, да, который сразу, как будто вот вы этому не учились, да, но вам интересно выхватывать эстетику, да, вам нравится ходить, смотреть картины, вам нравится трогать как там, ткани, вам нравится, может быть, пуговки пришивать, может быть, нет, да, а вам нравится рисовать, и причем вот, ну, вот прям костюмчики, да, из разных штук вы будете как будто вот это вот раз, вот так по ниточке, и только потом, да, будет появляться что-то. Плюс очень хорошо помогает метод начать строгать. Да? Возьмите любое полено и начните строгать. Придется рискнуть и дать себе время, потому что, возможно, вам потребуется построгать в одном месте год, прежде чем вы поймете, что что-то из этого полено буратино не рождается. А затем, возможно, придется построгать в другом месте. И не нужно говорить, что уйдет слишком много времени, у меня столько нет. А у вас оно и так уходит, пока вы сидите на той работе, которую вы не любите. Соответственно, разницы никакой. Но зато здесь у вас, во-первых, начинают исключаться какие-то варианты, а во-вторых, пока вы это делаете, вы плюс подключаете чувства, и через полгода-год у вас уже будет гораздо больше ясности, да, куда вы это будете прилагать. Все остальное – это взрослая ответственность и выбор. Потому что, напоминаю, я предназначение у большинства людей не одно. И вы можете быть прекрасным журналистом, или вы можете быть прекрасным, может быть, врачом. Да, и никто вам, ну, не скажет конкретно, вот это должно быть так и так. Да, это придется сделать, ну, вот прям таким своим выбором. Да, вот сюда я буду вкладываться, вот сюда я пойду. Это называется слово ответственность. Почему я снимаю прямые эфиры в машине? Потому что в остальное время я или дофига работаю, или я хочу его провести с ребенком, или я его хочу провести с мужчиной, но не с Инстаграмом. Поэтому прошу меня за это простить и понять. Воодушевлять человека можно кем угодно. Вот вы можете быть чудесным фотографом и воодушевлять людей. Или вы можете быть прекрасным парикмахером и воодушевлять людей. Вы можете быть политиком, воодушевлять людей. Вы можете быть журналистом, воодушевлять людей. Это, ну, такая вещь, которая вот она в разные истории пойдет. А вот если вы, например, коуч, если вы не умеете воодушевлять людей, конечно, уже возникнут вопросы. Например, вы можете быть прекрасным психиатром и вообще никого никуда не воодушевлять. Да, просто делать свою работу. Итак, дорогие друзья, с вопросами про внутренний покой, внутренние силы и, как ни странно, даже с призваниями, приходите, пожалуйста, в марафон чудес 27 ноября. На этом нам с вами придется попрощаться, возможно, до обратного пути, а возможно, до завтра. Можно прислать вопросы в Спроси ФМ, и я завтра чирикну какой-нибудь пост. Привет, Петр. И всем счастливо.